Ну вот что значит, когда в Европе зима. Это аисты, которые здесь кружат над лесом акаций. И вот они вот здесь зимуют, и они здесь собрались большой стаей. И просто ожидают, когда начнется в Европе потепление, чтобы вернуться обратно домой. И уже выть гнезда и выводить следующие потомства своих птенят. Так что вот здесь они, вот, друзья, отдыхают, когда они улетают. И вот мы вот эту красоту тут можем понаблюдать.